В детском саду «Светлячок» тоже отмечали масленицом. Дети проводили зиму и поприветствовали весну. Масленица – замечательный русский праздник, который хочется встретить веселой компанией. И хотя календарная весна уже вступила в свои права, на улице еще господствует зима. Поэтому ребята решили поторопить теплые денечки. На призыв детей погода ответила, правда, не солнцем, а дождем. Тем не менее, это не помешало продолжить гуляние и приступить к традиционным масленичным развлечениям. Бег на ходулях ребята практиковать не стали, а вот перетягивание каната пришлось в самый раз. Раньше верили, что чем больше будет приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна. Поэтому каждый ребенок с удовольствием проглотил по кусочку румяного солнца и отправился завязывать на дереве разноцветные ленточки в знак приветствия нового времени года. Этому празднику мы готовились долго. Дети учили стихи, песни, хороводы, наряжались. В нашем детском саду проходит много разных праздников. Но сначала мы детей на занятиях знакомили с этим праздником, рассказывали, какой день, что люди в старину делали в этот день. Также вчера у нас еще прошел очень замечательный праздник, праздник платья «Весенняя фантазия». Мамы готовили вместе с детьми платья и представляли это. Традиции праздника хорошо запомнились ребятам. Как раньше отдыхали и веселились, они выучили наизусть. Они пекли блины на тройках, катались, веселились, а зима и уходить не думает. Сделали тогда люди масленицу и по улицам ходили с ней. Потом они развели костер люди и начали масленицу в огне палить. В детском саду сжигать чучело масленицы, конечно, не стали. Поставили старушку в центре площадки, поклонились ей и попросили уйти по-хорошему, уступить место долгожданной весне.